Для солдата самое важное то, чтобы его ноги были сухими, а желудок не пустой. И если первое по большей части зависит от него самого, то вот второе зачастую ложится на плечи полевой кухни. В этом месяце члены полевой кухни, батальона штаба и связи проходили курс по своей специальности, и в его рамках на несколько дней отправились в столовую в Эмори, дабы научиться тому, как эффективно, а главное вкусно, готовить еду для большого количества людей. Речь идет не про 20 или 30 человек, а про 150, 200 и даже порой 300 человек. И конечно, чтобы все успевать, приходится начинать особенно рано. Поэтому как работникам столовой, так и полевой кухни не привыкать просыпаться в 4 утра. В ходе своей практики, помогая и общаясь с работниками столовой, ребята усвоили много полезных рецептов, фишечек и в целом информации, которая сильно помогла им в первом для полевой кухни лесном лагере, в котором их еда снискала невероятный успех. Теперь остается ждать больших военных учений ЙОШ, которые происходят в Эстонии раз в 4 года и которые потребуют от полевой кухни всех их умений и навыков, полученных за время службы.